Добрый день, дорогие коллеги и друзья. Наступает сезон весенних полевых работ, приближается посевная. Чтобы максимально реализовать потенциал наших посевов, нам необходимо наши подготовленные семена или купленные семена правильно посеять. Для этого одной из важнейших задач является выбор оптимальной нормы высева семян в штуках на гектар. А также, если необходимо, расчет весовой нормы высева уже в килограммах. Данные нормы необходимы для установки ее на сеялках. И сегодня я вам покажу, как правильно ее рассчитывать. Норма высева семян в штуках на гектар, то есть заданное количество схожих семян на 1 гектар, зависит от многих факторов – сорта, предшественника, агротехники, условий почвы, климата, минерального питания, от обработки семян. Данную норму определить мы можем сами, а также совместно с опытным агрономом. А в свою очередь, весовая норма высева уже зависит от других параметров. Процентов схожести, проценты чистоты, масс тысяч семян, ну и соответственно от нормы высева семян в штуках. Схожесть, частота, масс тысяч определяется на основе анализа посевных качеств семян, выполненном специалистами аккредитованной лаборатории. По итогу выдается протокол испытаний, из которого мы берем эти данные. Здесь представлены данные с протокола испытаний. По итогу, чтобы правильно определить весовую норму высева семян, ту, на которой вы будете настраивать сеялку, необходимо использовать следующую формулу. Норму высева семян в миллионах штуках на гектар, умноженное на масс 1000 в граммах, умноженное на 100 и деленное все на посевную годность. Посевная годность – это процент схожести, умноженный на процент частоты и деленный на 100. Для понимания этой формулы покажем пример расчета. Данные возьмем из представленного протокола. Схожесть 94%, частота 99,5%, масс 1040,7 грамм и заданные нормы высева миллионов штук 3,5 миллиона. Для начала найдем посевную годность. Перемножаем схожесть на частоту и получаем 93,5% посевная годность. И уже находим норму высева весовую. Перемножаем 3,5 миллиона на 40,7 грамм, умножаем на 100 и делим на посевную годность 93,5%. И округляем, получаем 152 килограмма на гектар. Таким образом, при заданной норме высева 3,5 миллиона схожих семян на гектар, при данных посевных качествах семян, сеялку необходимо настраивать на 152 килограмма. Коллеги, это был Агроцентр Оренбург. До скорых встреч на полях!